Боб Холтер, живущий в штате Индиана, в один из вечеров решил пройтись пешком в магазин, находящийся на приличном расстоянии от дома. Проходя небольшой мост, он услышал странные звуки. Мужчина подошел и прислушался, из-под моста доносился жалобный, душераздирающий вой. Под мостом он увидел его. Крошечный, испуганный щенок, который дрожал от страха, смотрел на мужчину жалобными глазами. Мордочка щенка была обмотана скотчем. Мужчина прижал щенка к груди, накрыл его курткой и отнес в ближайшую ветеринарную клинику. Персонал немедленно забрал щенка и начал его спасать. Спаситель щенка, убедившись, что малыш в надежных руках, отправился по своим делам. Щенок был истощен, а кожа под скотчем была сильно повреждена. Ветеринары считают, что мордочка щенка была обернута в течение нескольких дней. Малышу было около 4 месяцев. Они сразу же начали делать ему уколы и смазывать поврежденную мордочку заживляющей мазью. Для маленького пациента была сооружена мягкая кровать с одеялом и мягкими игрушками. Теперь этот ребенок в безопасности. Позже, когда собаке сделали рентген, выявилась еще одна проблема – у него была серьезно сломана нога. Основываясь на этих признаках, врачи определили, что, возможно, ребенка просто сбросили с моста. Один из сотрудников опубликовал историю щенка в социальных сетях. Ее публикация привлекла внимание многих людей, в том числе одной пары, которая недавно потеряла свою любимую собаку. С момента их встречи пес Луи стал членом этой доброй семьи. Все это время спаситель щенка, который вытащил его из-под моста, оставался загадкой для всех. Но новая хозяйка решила найти этого человека. И у нее это получилось. Как только мужчина вошел в клинику, щенок бросился ему навстречу с поцелуями. Сам мужчина был счастлив, что со щенком все в порядке и для него был найден дом. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.